Электроэнергия для жителей Хакасии подорожает с 1 июля 2012 года на 6%. Стоимость киловатт-часа для квартир с газовой плитой – 1 рубль 40 копеек. Для многоквартирных домов с электроплитами и сельских жителей – 98 копеек. В Хакасии распределили субсидии предпринимателям на возмещение понесенных в 2011 году затрат. Комиссия одобрила 23 заявки на общую сумму почти 3 миллиона 300 тысяч рублей. Чаще всего поддержка властей требовалась предпринимателям на покупку нового оборудования. В Хакасии растет число заболевших ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор. Число обратившихся к врачам с симптомами простуды и гриппа превысило средние многолетние показатели почти на 25%, среди детей на 35%. Завтра в Абакане пройдет очередная проверка системы оповещения. Сирена прозвучит в 12:30. С марта этого года такие проверки стали ежемесячными. Федеральная служба наркоконтроля предлагает реабилитировать коноплю. Проект поддержал Минсельхоз. По замыслу чиновников, пустующие поля нужно засеять безвредными сортами конопли, которую перерабатывать, например, в топливо. Ежегодный оборот отрасли может составить 100 миллиардов рублей.